Ну что, господа и дамы, с Новым годом! Мне уже жарко тут в подаренной шапке, шарфике и перчатках от нашего сладкого боска. Канонады отгремели, поэтому, может быть, сейчас будет небольшая пауза, и можно будет распаковать новогодний подарок. Ну, подарок залетает к нам. Оп! Вот так он выглядит. Мне обещали, что этот подарок будет таким, что я не догадаюсь в жизнь, что там будет. Поэтому сейчас мы проверим, что же там. Оп! Что же там вот будет на самом деле. Если я удивлюсь, я хочу главное удивиться, что я не отгадал, что внутри. Это будет программа минимум выполнена. Ну, разрываю. Не получилось разорвать. Ну-ка. Тут что-то еще. Какая-то крафтовая коробка. В перчатках это делать крайне неудобно. Так. Продолжаем упражнение. Так, ну-ка, секундочку. Что такое может быть, что я должен удивиться, что я никак не ожидал? Самое интересное, безумно. Так, я терпел и не вскрывал этот подарок очень много времени. Ну-ка. Как я понимаю, можно это разорвать. Так, разрываю пасть льва. Черная мышка Magic Mouse для нашего MacBook, который был недавно распакован. Видео будет, кстати, по ссылочке в описании, подсказочки сейчас выскочит. Вот такой у нас подарок на Новый год. Хотел что-то умное сказать, но шапка сжала остатки интеллекта, поэтому не буду ничего говорить. С Новым годом, ребят. Ну, небольшая магия монтажа. Мне стало очень жарко. И самое главное, это я не сделал. Сейчас аккуратненько, чтобы коробочку не повредить. Что ж такое-то? Черная Magic Mouse на картинке. Ну-ка. Оп. Давай, давай, давай. Бау. Вот такой у нас аппаратец. Я вот не помню, у меня была на работе несколько лет назад такая мышка, только белая, естественно. Я вот не помню, как она на батарейках или вот через лайтнинг заряжается. Сейчас проверим, что у нас в коробочке еще. Такая подставка. Макулатура. Сейчас посмотрим. Ну, не будем распаковывать, всем понятно тут. Стандартный набор. И оригинальный черный лайтнинг от Apple. Кстати, пованивает китайский какой-то. Но не думаю, что здесь будет китайский. Поэтому Lightning уходит в загашник, в сейф. Будет ждать там своего часа. Когда же я его расчехлю. А мышку будем активно применять. Как зеркало. Еще такие звуки. Я уже рассказывал, я очень активно работал в Excel, когда она воспринимала жесты, и по ней можно было водить, и там все таблицы двигались, то есть даже не нажимать, просто она как сенсор срабатывала. Ну, посмотрим, осталась ли эта функция на этой мышке. Будем проверять. Поэтому теперь уже действительно прощаюсь. С Новым годом!
Ну что делать? Пока.